Так, сейчас записываем. Привет, здравствуйте, друзья мои. Будем сегодня дальше впадать в амнезию, в глубины бункера. Потише сделать. А вот, в глубины бункера пойдем. Будем. Так, давайте посмотрим, сколько у нас тут осталось топлива. Значит, давайте мы сегодня, знаете, с вами что сделаем. Я бы вот, знаете, если честно, закончил вот здесь. Мне кажется, здесь-то мы не всю зону с вами осмотрели. Вот. Ну и плюс еще, ну, надо сходить, я думаю, в Maintenance, где мы еще... Я даже не знаю, оттуда, может быть, начать, да, с Maintenance. Блять, она страшная, когда звук-то так навсюду. Ой, а мы не туда идем сами. Да, мы птичку пробежали. Ой, блядь! Ой, блядь, а он где? Оказывается, он сзади был. А чё так игра-то лагает опять? Сука, чё за хуйня? Сейчас. Пиздец! Залагав, я сдох. Жесть, блин. Ну-ка, дай-ка диспетчер задач запущу, посмотрю, что тут у меня жрет так хорошенько. Да вроде ничего не жрет. Паразит. Блин, почему история не может тебе рассказываться звуком? Почему все так нелинейное? Заметки ты находишь, читаешь, в башке соедини, еще и придумай, как это соединить правильно, как режиссер задумал. Пиздец. Чокнешься. Смотрите, мы здесь, по-моему, тогда открыли вроде, да? Давайте здесь сейчас побежим. Или нет? Не, нихуй. Опять она лагает. Да почему? Почему она лагает? Вечные, блядь, лаги эти. Надоели уже. И фонарик этот бесит. И Чубака это бесит, который все позволяет слишком. Ой! Бежим нахуй. Слушай, а может быть под лавочку можно спрятаться? Блять, идет, идет, все, все, прячься. Чубака идет нахуй на вылазку. Короче, нам нужно кусок мяса найти. Хуя с собой противогаз, кстати, таскаю. Если я заметил, что у меня противогаз. Бразот, я тебе сейчас дам. Слышь? Бедуин нет тут. А почему нельзя? Он ушел? Ты ушел? Нет, кажется, не ушел. Немножко, как говорится. Вот нам ключ нужен, чтобы эти штуки открывать. Мне кажется, нихуя он не ушел. Так слышно. А почему он так долго уходит? Кто ему разрешал вообще этого? Хозяинчит тут, блять. Нахал. Ведет себя как хозяин мира. Да, зай? Ну а что он себя ведет? Непристойно. Что, давайте разольем, подожжем. Хотя, блять, опять внимание к себе привлекать.
Ну тогда что, тогда пошли искать мясо или что-нибудь типа того. Потому что здесь крысы стоят, если... Я, конечно, могу попробовать через них перепрыгнуть. Но они что-то этому не рады. Я, конечно, ну хотя хуй с ним, давай попробуем перепрыгнуть. Ой, бля, пизды дали мне крыски. Крысы дали мне пиздулей. Так, заходим в зону мейнтенс. Вы помните, да, мы здесь уже были. Но неудачно. Ой, блядь! Блядь, пизда. Ёбаный. Блядь, куда прячемся-то? Господи! Господи! Лишь бы не узнал, что я здесь. Лишь бы он там сдох. Окончательно. Ой, бля, кажется, он узнал. И куда нам бежать? По тоску грязная, ёбаная. О, смотрите, здесь этот есть шкафчик. И... Ой, подлечиться можно, давайте. Тихо-тихо. Сидим в шкафу, нахуй, не высвечиваем. А-а-а, бля, давайте сделаем быстренько этот бинт. Пока это мразот там. Господи, что он там делает, а? В туалет хочет, не иначе. Господи, только он шкаф бы не открыл, Лёль. Блять, только бы он шкаф не открыл. Он просто рядом стоит прям. Так, фонарь не... Блять, надо было свет включить и идти сюда со светом. Чтобы без света вообще не варит. Ой, у меня сердце бьется. Ох, ебать, вон он прям прошелся. Паскуда, блядь, территорию свою обозревай. Не, страшная игрушка очень. Вроде один пидорас, а столько беды от него. Он ушел или нет? А, нет, не ушел. А я уже думал выйти. Пиздец, не игра, а симулятор сидения, блядь, в толчке. Смотрите, мы реально мы за военного получается доиграем. Вот видите, у него костюм. Французский военный. Ты слышишь, он все ходит здесь, Лёль? Он что, вообще шахерел? Ты слышишь? Он все ходит здесь. Давай пистолет достанем, мне это не нравится. Он меня испытывает, мои нервы. Да бля. Ты слышишь? Он все ходит и ходит, ходит и ходит. Сука, не дай бог зайдешь сюда, я тебя пристрелю нахуй. Да блин, уйди уже отсюда, как мне выйти отсюда? Зараза, он прям около шкафа ходит туда-сюда. Смотри, вправо нам нельзя убежать. Тут только одно, если он сейчас открыть и побежать куда-нибудь влево. Что, понимаете, у него темнота, она вызывает уверенность. То есть он видит... Смотрите, он там с кем-то пиздится, походу. Чтобы он со своим отражением пиздился, мразь. Не, мы сидим ждем до тех пор, пока тихо не станет. Вот есть такой соблазн, вроде тихо.
Ну все, все тихо. Так, все, ребята, аккуратно. А, вот это место, помните, да, на фото было? Ля, как это страшно. Officer Quarter, Full Storage Chapter, Furman's. Так, давайте входим в Officer's Quarters. Я не знаю, что это такое, но нам туда. Блять, тут растягуля лежит. Не, в принципе, мы, конечно, можем сейчас сами взять и просто уйти отсюда. Ну, в смысле, просто взять и уйти, но... Нам разрешение не нужно, чтобы уйти отсюда. А этого хама спрашивать даже не будем, уйдем и все. Если растяжка лежит, то он такой, блин. Царь во дворца нахер. Замнил тут себе царя. Крысы, берегись. А, я помню это место. Так мы, получается, где-то здесь, да, были? Или... А, ой, блядь. Да. Вот здесь вот выход. То есть, здесь крысы были. Ну, понимаете, крысы-то они же остались. Есть газовые гранаты. В принципе, есть идея просто гренку газовую метнуть и пизды ломить этим. Так, тогда нам не сюда. Так, нам тогда вот туды. Понимаете, нам главное осторожность. Нам ничего не нужно, нам нужна просто осторожность. Предельная осторожность и никакого нервотрепа. Больше ничего не надо, просто осторожность. Если что, я уже нашел место, куда мы с вами съемимся. Ебать, тут еще ниже, что ли, есть помещение. Пиздец какой. Куда идти-то надо? Пантри. Список продуктов. Пантри. А, это склад продуктов. Пантри. Смотри, здесь мы можем, в принципе, шуму навести, и мыши сразу же сдохнут. Но вы понимаете, да, если мы здесь пизданем по этой штуке, пиздец будет. Эта мырка придет нахуй сразу же. А мы не хотим, чтобы на нас мырка напала. Воркшоп. Давайте в воркшоп сходим. Я говорю, нам сейчас нужно взять этот гаечный ключ. Возьмем гаечный ключ, по идее у нас вся игра, можно сказать, пройдена. Вон, видите, что здесь творится, блядь. Блядь, а здесь это. Ткань. Слушайте, а точно нам в воркшопе надо быть? Во, смотри, что я нашел. Типа верстака что-то, да? Тихо, не шуми, Саша. Пизды это быстро получить можно от этого мрази, от этой. Блин, ну я не знаю, слушай, если мы газовую гранату примерим, это мразь может сюда явиться. Блин, неужели придется переигрывать, а? Чему так мало? Нам... Короче, нам нужно, знаете, что с вами сделать? Нам нужно с вами переплавить вот эти металлические штуки, походу. Вот сюда, вот видите? Блять. Блять! Вылез! Бежим нахуй! Бежим! Сюда! Наверх! Наверх! Я же говорю, я знаю, куда мы съебемся в случае чего. Наверх! Закрываем за собой дверь! Открываем шкаф! Жжж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 
Блять, он здесь, он пришел, он видел, как я в шкаф залез. Нам пизда, все. Нам пизда, ребят. Все, нам смерть, все. Мы не живы, все. Я гранату кидать буду, мразь, я предупреждаю. Если ты дойдешь, я в тебя гранаты закину. Даже не думаю.
Понимаете, мы молча стояли, мы никого не трогали. За что, блядь, пизды ты дал? Ну подумаешь, канистру выкинул. Я же вернусь за ней. О, теперь вы можете носить больше предметов в инвентаре. Заебись, теперь можно один больше предмет в инвентаре таскать. Это очень хорошо. Это можно тогда вот так вот взять бинт еще. Блин, почему сохранение только одно? Я понять не могу, почему нельзя больше нигде сохраниться? Почему так несправедливо? Я хочу сохраняться. И реально, я хочу сохраняться. Он ушел? Нет, не ушел. Ты провалился, походу, слышала? А? Ну что, выходим или нет? Нет, нет, не трогай! Фонарь, не трогай, не трогай фонарь. Ради бога, не трогай нахуй. Что угодно, только фонарь не заряжать сейчас. Господи, хорошо, что здесь можно чику назад обернуть. Смотрите, мертвый человек лежит. Кошмар. Господи, какие страсти здесь творятся. О, смотрите, это Гиарда. О, мы код новый с вами нашли. Блин, слушайте, а может сохранимся пойдем? Вот, ну реально, обидно же будет. Гавин, я обещал тебе христианское погребение, но ты должен меня понять, крысы полезли без остановки. Они облепили твое тело, их зубы, их когти, они не останавливались. Я сделал то, что делали наши предки, когда сталкивались с нечистью, сжег их и сжег то, что осталось от тебя. Чтобы тебе пришли снова, если ты попал в рай, прости меня, пожалуйста. Кошмар. Взял и сжег другу, называется. Да, вы прикиньте, он сюда приходил. Он здесь был. Вау, сколько здесь всего, здесь патроны есть. Вау. Здесь все есть. Короче, я что думаю, давайте тогда сейчас сходим. Сохранимся. Вот. И, наверное, мы сюда вернемся. Блин, я... Противогаз-то нам нужен. Ну, давай, знаешь, как сделаем? Давай выкинем вот эту штуку. Возьмем еще одно топливо и сходим к нам. Ну, блин, потому что у нас нет другого выбора. Мы должны с вами сходить туда, иначе, блин, ну, иначе все зазря будет. У нас и так уже все зазря, по сути. Поэтому давайте реально сходим туда. Так, аккуратно идем, потому что эта мразотка может быть где угодно. В общем, сейчас мы идем. Мы сейчас идем в экзит. Господи, блядь, бесится, слышишь, бесится. Не его, вот мы не его, вот он и бесится, Лёсь. А? Идем тихонько, не спеша. Стараемся сохранять за сильную координацию. Здесь крысы будут, вот я опять-таки не знаю, что делать. Ильянов убил. Сейчас убил он их. Ну смотрите, давайте так, давайте хер с ним был. Давайте опять крыс перепрыгнем. И, блин, я не знаю. Просто мы много чего нашли. Жалко же будет пропадать. Слушайте, давайте так. Мы сейчас перебежим. Ебанем по крысам прям смачно. Либо пистолетом долбанем, смотри. Че, пистолетом пиздануть предлагаешь? Дай. Чем долбанем по крысам? Пистолетом или... А им похуй. А вот нам, кажется, пизда. Ребят, бежим нахуй. Это, иначе плохо дело кончится. Просто уебан отсюда. Все. В пизду он здесь. Короче, я понял. А надо сами найти гранату. У меня есть мысль, где мы можем гранату найти. Все. Закрывай. Закрывай нахуй. Короче, в пизду. Давайте перебинтуемся.
А может быть, мы уже можем слушать, и может быть, уже можно ключ взять? Просто если можно, все, даже проходить игру больше. Ну, все нахуй. Это вообще невыносимо просто. Смотрите, у нас тут одна осталась. Может быть, тогда ее это, так сказать, прибережем. Ну, можно. В принципе, его можно также на крыс применить. А, здесь две палки. А, это факел и палка. А, у нас жиги нету. Жиг нужно. А если у нас будет жига, мы можем с вами вообще охуенно прям. Вот все, там просто вообще фарш будет. Моя музыка прикольная здесь играет. Жалко, что она редкая. Но она типа не играет, потому что чтобы мы сосредоточились на том, что этот пидор там это на нас начинает. О, вау, смотрите, а мы здесь не были, кстати. Смотрите, здесь залезть, оказывается, можно. Ну, крыса лежит мертвая. А-а-а, здесь можно было не взрывать, получается. Ничего, можно было просто здесь пролезть. Бля, вот я нубастер, а. Ебать, я нубастер. Кажется, здесь пролезть можно было все это время. И посмотрите, ресурс-то не появляется новый, приходится ждать. Так, у нас код новый появился. А, Жиро. Жиро еще. Так, Тревер. Правер. Жираут. Это Жираут, это он? Ой, а тут ткани, все, больше нет ничего. Господи, ради этого стоило сюда идти, серьезно. Вы же серьезно? 7121 код. 7121. Открываем. Зажигалка, бля! Зай, он зажигалку нам оставил. Все, ну мы теперь вообще растопим, отопим. Знаешь, для чего зажигалка нужна? Бля, ей можно отпугивать крыс, зажигать факел. Ты сейчас просто пойми, какой мы профит с этого теперь поимеем. То есть мы теперь можем зажигать факел и просто вот крыс нахер просто долбить их прям. Ну, долбить хороший план, конечно. Чтобы их не было больше. Блэктейлс мне недостаточно было. Все, мы теперь можем... Жигу теперь берем. Сейчас я вам покажу, что мы можем делать. Смотрите, у нас есть факел. Сейчас. И есть жига. А? Мы теперь можем с помощью жиги такие дела вертеть, крутить. Епа, все, поперли, короче. Я теперь бесстрашным стал. Сейчас я вам покажу. Все, смотрите. Открываем дверь. Видимо, дверь сама. Судьба нам говорит, лучше не ходи туда. Не, мне вот эта амнезия понравилась больше, чем, кстати, предыдущая, где вот эта девка беременная была. Ну, она как вот та часть, она какая-то такая была, если честно. Не... Как это называется? Ну, не такая. Вот эта вот вся тема, да, но эта девка бегает там беременная. Ну, я не знаю. Смотри, мы зажигаем факел и идем, смотри. Ну чё, крысы, страшно? А-а-а, страшно стало, да? Все, смотри, как они убежали быстро. Новый код нашли. Чё, страшно стало? Страшно. Смотри, у меня факел есть, и теперь я бесстрашный. Страшно стало вам, да? Главное, знаете что, чтобы эта мразь не вышла, а то мне страшно будет. Я это все понимаю. Бежим. Ребят, бежим отсюда, бежим, бежим. Давайте, знаете, куда побежали? Вот там, где мы были, мы туда и побежали, помните, да? В пантере? Нет, не в пантере. В пантере нам нечего делать. Как там было? Раз, два, три, четыре, пять. Дядюшка Фредди Крюгер идет тебя опять искать. Вот. Махаем. Ребята, нам пизда. Зато мы бушера нашли. Слушайте, пойдемте отсюда, пойдемте. Еще нашли Слеберта, но у него ничего нету.
Бля, знаешь что? Закончился факел, Толёль. Все когда-нибудь заканчивается, как это говорится. А нам надо сюда? Ой-ой-ой-ой, крыса, иди отсюда, иди отсюда, иди отсюда. А тогда пошли. Пизду. Пошли, пошли. Я, конечно, знаю, что я буду жалеть потом об этом, о том, что я сейчас сделал. Я буду жалеть, я знаю. Я буду жалеть обязательно. Я буду жалеть, потому что, ну, мы реально, то, что мы сделали, это все, это... Сами понимаете, это вообще непростимо. Ой, смотри, идет! Идет! Идет, ребята, идет! А вообще, ну где? Она такая огромная! Давайте возьмем пистолет и просто... Иди отсюда! Паразит! Бля, нападёшь! 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 Он кушает чё? Ребят, не так страшно. Никогда, знаете, не будьте уверенными, что факел вам поможет. Он нихуя не поможет, если честно, в некоторых обстоятельствах. Давайте просто посидим и будем молиться, что эта сволота нас здесь не достанет. Блин, вы видели, какое огромное помещение? Как уходить-то отсюда? Вот, Саша, какого хера ты свет не включаешь? Это игра, где нужно... Господи боже. Я, короче, наготове все. Вот. У меня дернется рука, если он только войдет сюда, в кадр попадет. Я ему прям в хедшот сразу высажу. Пускай лучше даже не приходит. Вот реально, пускай не приходит. Иначе это для него будут последние дни. Ты слышишь, я последние дни тебя будет, даже не думать, сюда ходить. Ходит он там, блядь, и жогу извергает из себя. Подонок. Ублюдок. Все, ребят, он ушел. Смотрите, здесь что есть. Видите? Я знаю, что нам пизда. В смысле? А что не открывается-то? Закрывай! Закрывай! Куда идти? Смотри. Блин, а что здесь, нахуй? Блин, открывай дверь. Блять! Знаешь, что он сделал? Знаешь, у меня персонаж пытается открыть дверь. Этот скотина хватает лапой за дверь и начинает меня хуярить. Он мне даже дверь не дает открыть. Кошмар. Хватай дверь, хватай дверь. Не раз. Я рад, что ты спокойная такая, конечно. Но, бля, мне, честно говоря, пиздец, как обсиратно. Слушай, а может быть еще нам тогда факел сделать? Потому что, блядь, что-то один факел — это херь собачья, если честно. Давайте возьмем еще один факел. Потому что, блин, с одним факелом мы реально далеко не идем. Я, знаете, что предлагаю вам сделать? Совершить еще раз это путешествие. Увлекательное. Очень увлекательное, как видите. И не пользоваться слишком много вот этой штукой. Потому что, блядь, ты подожди, эту дверь-то надо открыть. Открыть дверь-то надо. Блин, видите, какая классная анимация? Он нас схватил и начал нас херачить. Это вообще божественно было. Можно сказать, что я чокнутый, но мне понравилось это. А в какой игре еще можно такое увидеть? Скажите. Походу, он опять башкой ударился о стену. Я не понял, в общем, каждый раз, когда что-нибудь извергается, это значит, это гнида башкой об стену бьется. Ну, реально. По-другому я и ничего не скажу. А ну пошли вон отсюда, пошли отсюда, пошли. Вон отсюда. Вон, сказал, отсюда. Как говорится, вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахер. Так, убираем, короче, этот факел, убираем. Убираем факел. Да, вот, видите? Вы понимаете, что он где-то здесь? Ты где? Ну, блядь, бежим. Он дверь вышел. Бежим.
Там здесь больше... Блять, опять крысы! Блять, они меня укусили. Над бокой бежим. Бежим. Пиздец, да что ж такое-то? Не судьба прям. Видно, не судьба, как пелась песня в одной знаменитой. Так. Ну, посмеялся ты. Все, закрываем. Так, ну что? Значит, видите, как... Я думаю, тогда переиграть. Потому что мне не нравится это. Хотя, с другой стороны, похуй. Зачем переиграть что-то? Зачем себе улегчать? Где-то какой-то пьют сидит. 18.08, Фортен. В 17.08 Фортен. Пойдемте. Так, 18.08 Фортен. Браун 14, вот. Какой искал код у нас там будет? Забыл код. 18.08. Пишем. 18.08. И что здесь? Ткань и бензин. Вы понимаете? Ткань и бензин. Я прям доволен, не знам как. Это ради этого мы рисковали своей собственной жопой. Давайте тогда переиграем реально, потому что что-то мне не нравится это. Лучше пойдем тогда, не будем тратить время на этого. Попробуем тогда, может быть, потихонечку пролезть. Ну реально, смысл, блин. Хотя, конечно, с одной стороны, мне хардкора не хватает, мне его мало здесь. Короче, ладно, давайте реально. Давайте не будем шуметь. Слушайте, а вот у меня вопрос. Вот вы заметили, вот монстр, он очень самоуверенный, да, что кто-то есть. А может, может ему кажется. Может, на самом деле никого и не было. Откуда он, блядь, это может с уверенностью знать, я не понимаю. Вот мне не нравится, смотрите, это тот самоуверенный в себе человек, больше по-другому не скажешь. Серьезно. Давайте откроем вот здесь замочек. Пойдем вниз. Я ничего не могу сказать, это просто вот самоуверенный ублюдок, который себе слишком много взомнил. Мне это не нравится. Не нравятся мне такие люди, как он. Понимаете? Реально, вот просто ублюдская черта характера у него, этого монстра. Так. А ты не боишься света, дядь? Понял, не боишься. А я думал, боится. Ребята, а не боится вас свет? Блять, а у нас-то дверь-то закрыта с этой стороны. Слушайте, он вообще охуел, что ли, я понять не могу. Дядь, ты слишком самоуверенный. И так тебе и хочется сказать, слышь, псина. Это лучше не надо. Ребята, он сзади. Нам уебывать надо. Нам не надо стоять здесь. Иначе нам пиздец будет, понимаете? Бежим. Слушайте, а здесь нет никакого этого? Ну вот знаете, вот как оно вот бывает иногда, вот это вот в жизни, да, вот это вот, ну. А ты что, не боишься, что ли? Крысы-то не боятся, оказывается. Посмотрите, они не боятся факелов. Они огня не боятся.
У меня к вам предложение, знаете какое? Уебать нахуй отсюда. Если эта мразь от нас сюда придет, мы от него тут будем бегать очень долго. Поверьте. Ну нам, короче, туда идти, в ту комнату, где крысами все запичкано. Другого варианта-то у нас нету. Да. А, помните, кстати, здесь где-то бинты были или что-то я находил там? В верхней комнате. Я, конечно, не знаю, дойдем ли мы до туда вот с этой мразью, потому что он, блядь, просто вот нещадно просто хуярит. Реально страшно жить становится во времена этого гнида. Он еще себе слишком много взомнил-то, блин. Ну, реально много взомнил. Он, блядь, все равно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, закрываем, закрываем. Давайте, знаете что, выкинем пока один факел. Господи. Ребят, только бы он... Блядь, я просто заебался уже бегать туда-сюда. Я же не знал, что у нас крысы пожрали, блин. Знаете, что самое обидное? То, что крысы, они, блядь, это... То, что они даже факелом не боятся, то есть нужно махать им активно. Если им не будете махать, он просто вас сожрет. Вот смотрите, у нас сами есть два жетона, давайте-то возьмем сейчас... Сейчас он уйдет отсюда. Не хочу, чтобы он меня подслушивал просто. А, и зайдем, может быть, вот в это, где крысы горели. Страшная игра очень, конечно. У меня уже сердце, кажется, уже наполовину не осталось в душе. Орёт, орёт. От изжоги выпить что-нибудь. Повоняешь на весь бункер. Все, он ушел. Надеюсь. Не ушел. Мало того, что он не ушел, так он еще и рядом с нами возродился. Вообще красавел. Бля, только бы этот пидор шкаф не открыл. Только бы он не открыл шкаф. Потому что если он откроет шкаф, нам поздно. Мы Буше нашли, Фортена. Слушайте, а Буше, это, кажется, все, это наш выход. Но я все равно, конечно, мы не будем выходить, даже если найдем. Я хочу до последнего добить, я хочу все уголки загнуть, потому что, ну, блядь, как-то неинтересно, если мы не узнаем, что здесь есть еще, если мы с вами не пожаруем. Что-то он вообще уже перебарщивает. Слушайте, он нас отпустит или нет отсюда? Смотри, можно... Вот что можно сделать. Зажигалка. Блять, он дверь открыл, ребят. Вон он ходит, оказывается, он до этого не здесь был, он там. Слушайте, давайте так, давайте сидим минут 5-10. В общем, сидим столько. Ебать, он дверь сломал. Вы видели? Вместо того, чтобы выйти, он просто взял и сломал дверь. Дебил, вот реально. Вот лучше нахуй остановиться, дверь сломал. Он сначала открыл дверь и зашел сломал. А потом... Так как она была приоткрыта, он же имеет просто. Когда он взял ее и не знает вообще. Ладно, сидим, значит, ждем. Не будет страшно. Ой, блядь, судя по слуху, он двигается. Слушай, ну если мы реально нашли... штука от шкафчика, потому что там код должен быть. И там ключ, что все, мы по идее можем уходить, потому что мы нашли динамит.
Нам нужно найти еще... А, детонатор нужно найти, и все. Бля, мне, честно говоря, даже вот это место не хочется исследовать, потому что... Блядь. Стена какая-то. Ребят, я так понимаю, что чем больше... Ебануться. Чем больше мы нашумели, тем больше он тут будет шляться. А мы нашумели сами сейчас знатно. Мы взорвали бочку, взорвали дверь. Здесь особо не взорвал. Он рано или поздно уйдет отсюда, ребят. А он все, короче, шел. Это не точно. Давайте посмотрим, что он тут натворил, дебил. Старый. Дебил старый. Ёб твою мать, реально дверь сломал. Дебил. Дебил. Вот честно скажу, дебил. Взял просто, вынес. Взял просто, вынес дверь. Вы понимаете, вот дегенерат настоящий. А давайте тогда пойдем, тогда пока сходим туда, вот к нам. Я только не помню, как нам идти. По-моему, куда-то вот... Вы знаете, что это такое? Вы даже знаете? О, смотрите, что я нашел. Этот... карту с этим. Здесь мы ничего с вами не сделаем, к сожалению. Давайте тогда... Слушай, я надеюсь, это не серьезно. Я надеюсь, он к нам не будет приставать здесь. Потому что, понимаете, нам здесь пизда будет сразу же моментально. И, блин, там вот было написано, что, мол, можно сохраняться в нескольких местах. Это обман. Вы не верьте вообще интернету. Интернет обманывает, как всегда. Он обманывает, причем очень жестко обманывает этот интернет. Он реально обманывает. Нет, нет ничего. Уйдите отсюда с моей дороги, полосатые крысы. Так, все. Давайте достанем чего-нибудь, пистолет, например. И пойдем, сходим туда. В принципе, теоретически, когда он выламывает дверь, нам палки вроде как доступны. Главное, чтобы он здесь не вышел, иначе мне инфаркту. Во, все. Закрываем дверку. Все. Если что, у нас новый проход этот. Мы через него сами выйдем. Мы не пойдем больше никуда. Смотрите, у нас открылась новая зона. Ого, блядь. Вы смотрите, нам, чтобы найти этот, нам нужно туда идти. Вух. Склад боеприпасов. Вы представляете? А вы где были? Ля, какая цаца, бля. Так, смотрите, мы были с вами в канцелярии, по-моему, и на складе. Здесь мы тоже были. Дальше у нас здесь мастерская, нам к ней не надо, оказывается, идти. Нам нужно попасть с вами в узел хранения. Вот, а уже из узла хранения мы должны подойти сюда, подход к доте. То есть в доту мы пойдем с вами. Понятно. Я доту не люблю, но сходить придется туда за ней. Так, давайте пока положим схрон наш. Положим наш схрончик, так сказать, великолепный вот сюда. Потому что компас тоже можно пока убрать. И пойдем откроем с вами тогда... Слушай, бля, мне очень понравилось. Вообще класс. Выживание в бункере. У нас еще с вами есть тюрьма, кстати, внизу. Мы можем еще в тюрьму сходить, там что-то поискать. Ну, с факелом, в принципе, реально, вот, более чем реально ходить. Так, нам нужны коды. Нам нужен... А, Буше. 6278. Буше. Буше. Вот, Буше. Александр Буше. 6278. 60. Какой там? 60... 2, дальше 70, какой там 8.
О, смотрите, мы нашли с вами карманную сумку у Буше. Значит, мы можем теперь предметов больше достать. Одну штуку. Ну и Фортина давайте откроем тоже. 18.08. Мы у него уже открывали, вы помните, там всякая дичь лежит. 18.08. Ну, хотя почему? В принципе, год без штуки лежит. Как говорится, всем-всем не угодишь, поэтому... Мы здесь-то у этих граждан все забрали. А сколько у нас еще сейфов осталось неоткрытых? Смотри. По сути, раз, два. Да прилично так, слушай. Можно сходить, в принципе, в тюрьму прогуляться, если хотите. Но мне вот, с другой стороны, туда особо не хочется идти, потому что, блядь, там опасно очень. Вот. Я вообще предлагаю зажечь свет, не уебываться и пиздовать со светом туда. Потому что... А. Слушайте, а можно... Как эти... А, нет, нельзя, к сожалению. Тут можно сделать коктейль молотом, кстати, если, если что. Но я думаю, сделаю один бинтик себе, потому что бинт нужен вообще пиздец, как позарез. А вот... Топливо мы заскладируем. Музыка такая грустная, да, то есть слышите. Вот это вот грусть. Слушай, а можно совмещать? А, то есть можно совместить топливо и сделать коктейль молота. Можно метать. Вау, слушай, это круто. Это можно прям в эту морозину кинуть, чтобы она загорелась, значит. Это хорошо. Чем больше горит эта мразь, тем лучше, как говорится. Тем лучше, в общем. Так, нам, в общем, надо с вами выйти и бежать прямо, получается. Что, просто прямо, что ли, бежать? Ну, получается, да, бежать прямо туда. Понимаете, если у нас есть с вами свет, мы все, мы бессмертные почти что. Ну, они, конечно, не полностью бессмертны, потому что бессмертным здесь вряд ли будешь. Вот, мы можем здесь тогда взять сами. Слушайте, а здесь же я свет зажигал. А, он там только горит, бля, жалко. Видите, много где света нет, например. А смотрите, крыс-то больше нету, они... Короче, свет он отпугивает крыс. Все, я понял. Короче, светите, и крыс не будет. Все. Светите, и не будут крысы. Все. И эта мразь тоже, наверное, не будет здесь больше. Но это я шучу, конечно. Это я самонадеянно вам сказал. На самом деле, эта скотина придет еще не раз сюда. О, бинтик нашел. Не годится. О, смотрите, факел нашел, пригодится. О, тряпку нашел, пригодится. Блять, он огнетушитель надел. Слушайте, а мне кажется, я что-то важное... Блять, я компас-то выкинул. Черт, я ж компас-то выкинул. А знаете, что плохо? Компас-то нужен был. Без компаса хуёво. Ну да. Нет, ну, смотрите, в принципе, конечно, здесь топлива много. А хотя, господи, если что, еще вернемся сюда. Ну, как бы, смотрите, нам нужно идти сейчас прямо. И, как говорится, кто ищет, тот найдет. Ну, всякие цитатки из контакта. Пойдемте тогда туда, что ли. Это если там открыто. Ёб твою мать, он опять барагозит.
Вы прикиньте, а дверь-то закрыта. Ты чё? Ты чё? Ты конченый, что ли? Понять не могу. Точно, он конченый. Идите отсюда, вон. Я не люблю крыс. Я не люблю их. Я тысячу раз говорил. Крысы — это зло. Блять, а здесь ничего нет, что ли? На меня крыса напала, ребята. Сучка, иди отсюда. Иди отсюда, сказал. Убирайся. Ой, кажется, мы хозяина разбудили. Ребята, кажется, мы разбудили хозяйку. Не хозяйку. Ребятушки, хозяечка разбудилась. Да и пошел бы он нахер. Я его не боюсь. У меня есть свет. Знаешь, когда есть свет, тебе не страшно ничего. Вообще ничего. Даже в Alan Wake была мудрость такая. У него был фонарик, помните? И он был мудрым. Alan Wake. Вот. И ему было не страшно. Вот так же и нам уже не страшно ничего. Потому что мы профессионалы уже в этом деле. Вот мы сейчас возьмем с вами вот эту штуку. Идите отсюда. Вон пошли. Вон пошла отсюда, сказал. Пошла вон отсюда, сказал. Не трогай меня. Я ненавижу крыс. Ой, ребята, у меня закончилось это. Кажется, кому-то пришлось отвечать за ненависть крысам. Ой, пускай укусит, господи. Вы что думаете, нас укус какой-то испугает, крыса? Нет, конечно. Мы взяли, уже перебинтовались. И как новенький, свеженький, все же нормально. Я говорю, плохо только одно, то, что мы с вами это не нашли. Так, где мы сейчас с вами идем? О, нам сюда надо с вами, походу. Я понял, смотрите, нам надо сюда. Вот. Потом сюда. Склад с топливом нашел. Вот. И что здесь делать? Используйте бутылку. Вы знаете, что это такое? Ох ты ж, блядь. Я вам сейчас покажу. Смотрите. Берем и наливаем сюда топливо. Раз коктейль Молотова. Если все, знаете, чувствую какие-то, знаете, еще понимаете, что мы теперь сделать можем, а? Понимаете, что... Он ответит за все теперь, Ёль. Ты вот понимаешь это? Ты же понимаешь, о чем я намекаю сейчас? Я нашел топливо. Ты пойми суть-то в чем. Ты понимаешь, что все, ему вообще лучше даже меня вообще в жизни не трогать теперь. А знаешь почему? Потому что у меня теперь есть коктейль Молотова, зай. Ты представляешь, у меня есть коктейль Молотова. Ты же понимаешь, что будет, да, ему, если он меня только попробует тронуть. А я достану его, понимаешь? Я его достану. И все. Ему не поздоровится. Я вообще не советую со мной связываться, потому что я человек такой вообще. Ему жопа будет, все. Да, единственное плохо, что мы не знаем, сколько у нас тут осталось этого. О, смотрите, идет. Ну что, достаем коктейль Молотова. Давай! Гори! Подожди, а чего не загорелся ты? Блять, походу надо было поджечь ее сначала. На, нахер. На, гори, смотрите, как он горит смачно. Он-то горит. Но так же и мы горим с вами, ребятки. Все, мы пробежали отсюда. Мы выбежали с вами вот сюда. Подожди, мы где? А мы где? Почему в пантре, в пантре мы не сбежали?
Пиздец, вот это жопа. Представляете, нас чуть коктейли Молотова, он сейчас нас чуть сами ведь не поставил, кстати. Понимаете, что мы могли бы, что могло бы делать и закончиться по жизни это? Уходи отсюда, крыса, уходи. Слушайте, а я не понимаю, мы что, в это же пришли, в это же место, что ли, пришли? Пиздец. А, ну нет, все правильно. Нам сюда и надо было. Знаете, вообще, мы здесь можем сделать одну вещь такую дикую, просто безумную. Можно поджечь вот эти бочки, и здесь такой подход пожар будет. Это прям пиздец, такой пожар будет твориться. Смотрите, мы что-то нашли. У нас есть ключи. Если вам нужно попасть в дот, обратитесь ко мне. Блин, нам теперь нужно идти в этот, слушайте. Ну тут гренка есть. Больше тут ничего нету. Ну, давайте гренку возьмем. Сигнальная шашка. Тоже прикольная штука. Но, блять, у меня рук не хватает на все на это. Вы же сами. О, смотрите, вы знаете, куда мы пришли? О, тут, оказывается, действительно можно использовать разные подходы. Это знаете, что такое? Нам сюда и надо. Еба! Сейчас я покажу, где мы. Смотри, где мы. Мы сейчас наверх выбираемся, все. Все, выбираемся наверх. Сейчас я вам покажу. Во, мы на поверхности. Во, смотри, поверхность видно. Еба, вот мы где, смотри. О, чё? Он что, здесь, что ли, находится? Во, кажется, все у Стефорда. Все, мы можем отсюда уходить. Все. Слушайте, давайте закроем это нахер, вот эту штуку. Мне что-то это не нравится. Я просто, знаете, я могу уверовать в то, что он... Господи, что это было? Вы понимаете, что он может и сюда прийти? Ему как бы это ничего не стоит, если что так-то. Блин, мне что обидно то, что у нас с вами закончились эти, и нам походу... Блять. Чё это фак? Подождите. А? Это пули? Это пуля свистит. Ты говоришь мне пока потише, но это пуля. Ой. Блядь, тихо. Слушайте, он там, что ли, я понять не могу? Я не пойму, этот злосчастный бобер там, что ли, сидит? Бобер. Ну, знаете, у меня такое ощущение, что он сидит там. О, смотрите, топливная бомба. Ёба, народ, мы же не то с вами сделали, так кажется, у нас топливная бомба есть. Давайте ее тогда сделаем. Это коктейль Молотова есть топливная бомба. Ну чё, поперли вниз тогда, что ли? Бля, пиздец, мне так страшно, если честно говоря, эта игра просто, бля, заставляет... Заставляет анус так напрячься. Вот серьезно скажу, без зазора. Вся жопа напряжена. Еще, блин, что плохо то, что эта скотина-то сейчас здесь ведь находится, понимаете? То есть, если что, нам-то пизда будет сразу же. Бля, нам вот быть... Бля, вы представляете, как нам далеко теперь идти? Что... Слушайте, бля, я себе не прощу, если мы сейчас проиграем. Представляете, как далеко нам теперь идти? Надо жесть. А, подожди, мы же рядом с этим находимся. Слушайте, а мы же не зря, помните, мы с вами открыли вот здесь-то штучка такая была? Внизу где-то здесь была. Я что предлагаю, знаете, давайте мы туда сейчас пойдем. О, вниз-то туда. Чаполь. А, Чаполь, это вот, ну, это там церковь получается. А зачем нам церковь, если мы уже все нашли, по-моему? Не, конечно, можно туда сходить, я как бы это не против. Но смысл нам туда ходить, если вот здесь вспомните, да? Вот здесь вот. Главное аккуратнее, крыс не трогай.
Все, главное, говорю, главное, на крыс, крыс не трогай, все. Я заговорю, крыс не трогай. Паразит самонадеянный. Что ж ты, надо мной издеваешься так? Я ж боюсь реально, мне страшно. Охуенно мы с вами сейчас реально прогулялись. Жалко, что у нас лишнего места нет. Ну, смотрите, в принципе, у меня есть предложение. Нам граната все равно пока не нужна. Давайте выкинем гранату и возьмем вот эту штучку. Сейчас. Ну, во-первых, патроны возьмем. Во-вторых, вот эту штуку возьмем. Просто толк нам сейчас от граната. Если только в этого лешего закинуть. Чумарного. Смотрите, они опять здесь. Щади ада, блин, а? Слушайте, нам нужно с вами палку найти. Вообще плохо, когда палки нету. Реально плохо. Поэтому я думаю, знаете что? Сейчас с вами за палкой пойдем. Давайте пойдем, во-первых, сначала выключим этот. О, почти закончился свет, жесть. Это, прикиньте, это... Капец. Короче, если хотите, чтобы свет долго не заканчивался, на легком играть. Это реально правда, в интернетах этих ваших пишут. Все правда, все правда. Все это правда. Это действительно так. Электричество заканчивается очень быстро. Зато мы смотрим, и напиздили много чего интересного. А мы поранены, нет? Че, пойдемся тогда, сходим. Если мы нашли ключ, я предлагаю не выходить. Просто тогда еще поисследуем бункер. Потому что, блин, ну я не хочу как-то выходить, если честно. Да, все, все, мы нашли ключ. Ой, ключ. А видите, а можно было еще в церковь сходить, там взять, получается, вот это вот католическое, да, да, мы можем там взять этот. Штуку-то это, как она называется? Это ключ, еще нет. Так, Стаффорд, 0493. Какой там 0493, да, ведь, Кис? Стаффорд, 0493. Ноль. Четыре. Не, я не хочу. Мы с вами еще поиграем. Я не хочу выходить, потому что мы очень много чего можем теперь сами открыть этим ключом. Все. Все, мы нашли ключ. Все. Вот с этого момента все. По идее, можно пойти взять детонатор, взорвать этот, и все, и уходить отсюда. О, блин, у нас еще тюрьма, не исследование. Что за нахер? Не-не-не, играем дальше. Сейчас я просто сохранюсь. Потому что, блядь, жалко. Нажито это все, нажито. Нажито непосильным трудом, все жалко. Да, вот, видите, нам теперь осталось вот здесь вот открыть штуку и все. Ну, давайте тогда хотя бы детонатор сейчас принесем, потому что что-то как-то... Ну, все-таки мы же не зря туда шпездались-то. Ну, вот, поэтому... Давайте пока это берем сюда. А что мы с пистолетом все ходим? Мы же не с цикло какое-нибудь, правильно? Если что, возьмем пизданем гаечным ключом по башне. Будет гореть. Знаете, мы теперь можем много чего открывать. Гаечный ключ – это просто дорога, нахуй. Это мы можем теперь открывать такие места, капец, какие не снились. Шесть, мы теперь можем вообще все просто. А, еще болторез бы нам найти, кстати. Вот болторез нужен, кстати, очень. Потому что мы сможем тогда замки срезать. Бля! Слушай, замки-то срезать, а болтореза-то у нас нету. А ведь нам болторез, кажется, еще нужен. Черт, а где его взять тогда? Неужели нам еще за болторезом придется идти? Кошмар. Ага. Да, прикинь. Болтореза-то нету. Слушай, обидно. Реально обидно. Потому что нет болтореза.
Я думал, мы все. Не, значит, все-таки в тюрьму нам обязательно идти, ребят. Видите, сама одна статская жизнь туда. Говорит, сходите туда, сама судьба нас зовет в этот. Тюрьма Первой мировой войны, все-таки как-никак, знаете, это интересно посмотреть. Да, нам тюрьму, походу, надо. Слушайте, а вот здесь нет ничего такого, палки какой-нибудь? Нет, нет. Здесь есть вот свет, можно включить. Но это куда он есть? Когда его нет, ничего все-таки не должно нужно. Страшно, знаете, пиздец, если честно. Груха, блядь, по максимуму страшная. Оказывается, все-таки еще в тюрьму, наверное, придется идти. Слушайте, интересно, он нас здесь может достать или нет? Ва, нихуя себе, тут бутылок склад целый. Слушай, интересно, он может... О, смотрите, он нас здесь достать не может. Сели, чучело. Блядь. Все, а на этом мы, пожалуй, заканчиваем сегодняшнее видео. Я говорю, он меня взять не сможет. Все, ребята, всем пока. Это не для слабонервных уже зрелище. Все, в следующих сериях забункеримся. Все, я, пожалуй, пойду. Все, я дальше.